Есть определенный алгоритм действий, который указан в законе. Как это делать? Конечно, если ему следовать, то не всякую вещь, во-первых, можно вообще в принципе вернуть. Да? Есть перечень товаров непродовольственных, которые не подлежат духи, ни возврату, ни обмену. Косметика, нижнее белье там, и там, так далее. Там очень большой перечень. Да, и самой главной проблемой продавцов торговых, да, организаций – это правовой нигилизм их сотрудников. И многие покупатели злоупотребляют своими правами, играя именно на том, что продавец не сведущ в этом. Вот, собственно говоря, и все. И как с этим бороться? Повышать уровень образованности торгового персонала.